новый план проекта. Ну, давайте кратко пройдем. Наверное, какие-то вещи, они для вас очевидны. С другой стороны, они очень часто не выполняются. Из-за этого эти проекты, они просто бывают неудачны. Первый вопрос — организация. То есть понятно, что внедрять систему управления надежностью и рисками методами подпольной, так сказать, борьбы очень тяжело. Поэтому сначала задача — убедить свое руководство, что проект этот нужен, соответственно, выпустить приказ, и тогда вы получаете законные права двигаться дальше. Рабочая группа, да, то есть это главные специалисты. Если вы уже прошли реорганизацию, то это идеально, что это отдел по управлению надежностью. Соответственно, 2 недели – это очень оптимистично, но так или иначе, вот это время надо потратить. Следующий этап – это все-таки, поскольку мы, кроме проектов, занимаемся еще обучением, важный момент – это обучиться основам методологии. Но, в принципе, 1 неделя – это минимум, чтобы понять, собственно, о чем речь. Что такое надежность, что такое риски, что такое компоненты. Вот спрашиваете узлы, детали, да, то есть как бы оборудование. Это вот минимум 1 неделя для этой рабочей группы. Следующий как бы пункт, ну, здесь… Сразу скажу, отражен план реально реализованного проекта, поэтому можно там понять, что это все действительно не очень быстро происходит. Изучение публикаций, референс-визиты. То есть, в принципе, уже такие системы именно управления надежностью в России там внедрены в некоторых компаниях, поэтому можно попытаться поездить, посмотреть и поизучать публикации. То есть это пару месяцев на понимание, что же есть вокруг вас. Соответственно, дальше, ну, по нашей оценки происходит именно определение объектов, что это оборудование, либо это датчики температуры, то есть какие объекты у вас войдут в анализ этой надежности, то есть что вы включаете в контур проекта. То есть одно дело, когда у вас там небольшой завод, где 300 там станков токарных, машиностроительных, другое дело, когда у вас металлургический комбинат, где в одном цехе 15 тысяч единиц оборудования. То есть вы должны на этом этапе понимать, что же вы будете анализировать. Так, мы с вами дошли до определения объекта, да, то есть мы как бы должны выделить те объекты, которые попадают, ну, вот именно в объем проекта. Предварительное ранжирование объектов, разработка технического задания. То есть эта группа, она должна сформулировать те требования, которые к этой системе управления надежностью ставятся, потому что есть подрядчики, есть там свои силы, которые должны понимать, что же вы строите. Соответственно, дальше методология. Ну и алгоритмы. Мат-модели, то есть некое описание алгоритма для этой рабочей группы, чтобы они понимали, как система строится. Дальше разработка справочников. То, что мы называем типовые дефекты модели состояния, занимает от 3 месяца до полугода, то есть, чтобы понимать механизм строения. Сбор данных этой системы, технологические базы оборудования, типовые техкарты, исторические данные по отказам для расчета надежности и реестр риска. Тоже в зависимости от того, подрядчик это делает, либо вы сами мучаетесь, занимает там до полугода минимум. Значит, следующий этап или направление — это диагностика, внедрение методов диагностики для оценки состояния оборудования. Это тоже от 4 до 12 месяцев, в зависимости от того, есть диагностика либо нету. Автоматизация. Есть системы, которые позволяют именно автоматизировать сам процесс расчета надежности и интеграции с ОСУ предприятия. То есть, опять-таки, на рынке есть готовые решения, либо вы можете сами попробовать написать. Ну, 2-4 месяца – это очень оптимистично, это если готовые решения. Создание новых тур, изменение процессов, обучение. Ну, либо до проекта, либо во время проекта всего вот это управление надежностью, это нужно делать. Без этого методологию некому будет поддерживать. Важный шаг – это разработка положений, то есть у нас же предприятия достаточно бюрократизированные у многих, то есть должны быть именно стандарты и положения, должностные инструкции персонала, с тем, чтобы они то, что мы там напридумывали, уже получили в виде инструкции, там, положения об отделе, либо должностная инструкция специалиста, либо инженера. И, собственно, последний пункт, который мы обычно реализуем в середине проекта, это разработка некого альтернативного плана. Имеется в виду альтернативного тому плану, который у вас был на прошлый год, а бюджет, например, с учетом переоценки тех рисков, которые реально либо устраняются, либо нет этими плановыми или неплановыми работами. Такой вот этапность, которая позволяет от начала там, от издания приказа до выхода первого оценки бюджета либо плана работы с учетом рисков, где-то 2 года, это если делать все то, что называется, под ключ и с нуля.